Супрацовники по наркоконтролю управления внутренних справ Брестского облвыконкома совместно с оперативными супрацовниками Березовска и Московского города Бреста райотдела милиции затримали наркозбытчика и трех его покупников – жихару областного центра Пружан и Берозы. Также оперативниками был установлен непосредственно торговец данным наркотиком, который был задержан в городе Береза. Им являлся 36-летний местный житель. По месту его жительства было обнаружено более 4 килограмм марихуаны, а также 12 грамм гашиша. Установлено, что торговец выращивал коноплю на различных участках Березовского района. Затем ее высушивал. Мы прекрасно понимаем, что, соответственно, данное вещество превращалось в марихуану, после чего продавал. Речиво рослинного походжения было накировано на экспертизу у Державный комитет судовых экспертиз Беларуси по Брестской области, где и подтвердилось, что это марихуана. С початку года брестские эксперты уже провели 230 экспертиз наркотичных и психотропных сродков. В текущем периоде, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличивается поступление синтетических наркотиков. Что касается лекарственных наркотиков, то ежегодно они идут на снижение, значительное снижение. Связано это больше всего с тем, что наши граждане обладают уже информацией и знают, что запрещено перевозить через государственную границу лекарственные средства, в составе которых имеются запрещенные для ввоза в Республику Беларусь вещества. Вердикт судовых экспертов об том, что речиво рослинного походжения является марихуаной, став доказной базой для возбуждения криминальной справы о дочинении до затриманных. Им может погрожать до 15 годов позбавления воли за незаконный оборот наркотиков. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».